как бы хотели выиграть, очень большое желание было, тем более первая игра, переживали немного. Но сыграли командно, большие сегодня наши хорошо сыграли. Вот. В защите отыграли тоже неплохо. Вот. Ну, что-то получилось, что-то не очень. Например, в защите не все получалось, то, что мы задумали, но в принципе что-то получалось. Я первый раз дома играл за сборную, как бы очень классно, когда поддерживают столько людей. Особенно дома очень приятно играть.